Задержан боевик ДНР, срыв сессии горсовета, демонтировали МАФ. Об этих и других событиях города, области. Далее. Сотрудники СБУ задержали боевика ДНР, пишет сайт «Репортер». Запорожец по прозвищу «Пес» в составе банды «Восток» охранял захваченные здания СБУ и Нацгвардии в Донецке. Также он принимал участие в боевых действиях против сил АТО в районе международного аэропорта Донецк. Его задержали в Запорожье в квартире родственников. Люди в военной форме сорвали сессию Токмакского городского совета, сообщает портал IP News. Примерно полсотни человек в военной форме ворвались в сессионный зал, разбили камеру журналистов, посыпали людей мукой, а депутатов одной из политсил вынуждали написать заявление о сдаче депутатских полномочий. В Запорожье в районе Малого рынка демонтировали МАФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Александровского района Валерий Мостовой. Председатель облгосадминистрации Константин Брыль назначен заместителем Марины Порошенко, возглавляющей экспериментальный проект по внедрению инклюзивного образования в Запорожской области. В нем примут участие 11 школ, которые получат статус экспериментальных учреждений всеукраинского уровня.